прошел. Да я тоже. Всем привет, подписчики. И я уже прошел бэкдох, получил водку. Я тоже прошел. Ну, вы сдохли, а я прошел. Я получил водку, короче, вот. И мы должны пройти, чтобы... Мы должны получить... Пройти, чтобы получить водку. Сохранить водку нашу. Вот, да. А что вы все лутаете? Вот эти даун, вот эти дауны сдохли, а я за них прошел. Вы евреи лутаете. Реально? Я сейчас водку выпью, побегу. Вот интересно, вот насколько эта водка действует? Там было очень много людей, но я выехал за 50-е место. Можно проверить ради подписчиков. Ради подписчиков я... можно проверить. Да, на... Сити проверить. Мне кажется, она слишком быстрая. Кстати, на 1000, да, вообще как бы. Но только единственная проблема, возможно, это 10 на пару секунд. Ну, как-то нет. Ты на меня не пьешь. О, Раш. Прикинь, от него убежать. Я тут. Вот он своровал. Забежал, получается. У меня водка есть. Тут, да. О! Нам бы фонарик не создалось. О, вот и фонарик. Ой, выиграл, вышел. Никто не лутает монету, понял? Погнали. Ты что, говно, где ты взял? У кого-то есть отмычки? Нет. Блин, у нас даже отмычек нету. Что ты делаешь? А зачем? Нам отмычки нужно купить, ну, у Джеффа. Зачем? На фигуры, на всякий случай. Открытие. Что? Там на сотовой двери. А, да. Ну, у меня уже есть 50, поэтому... Там 100 нужно, а не 50. У меня, кстати, больше, чем у вас, хп. Я уже... Ты будешь первыми игроками, которые пойдут ехать с Андреем. У меня один скрич. Ну, что ты лутаешь монеты, евреюдина? Я, чтобы купить эту отмычку. Да, конечно, блин. Меня... Все, у меня зажигал какой-то. Я ни хрена не вижу, кроме своего отражения. Я тоже. Ладно. О, давайте выпьем бутылку. У меня бутылка водки. Видел, да. У меня бутылка водки светится, короче. У меня бутылка водки светится, и поэтому я все вижу. А что вам? Блин, рядом выглядит как бутылка водки. А там маленькая пивасик. О, светится. Светится, все светится, вся жопа светится. Ай, как слепит! А если я на хальте сдохну? Я уже забрал. А если я на хальте это выпью? Вот вы специально, мне интересно, деньги забираете, чтобы я в итоге ни хрена не... Я на хальте пивас... Мы вообще еле живы. Я на хальте пивас куплю, короче. Вообще, Герол, лучше купить, блядь. Ты не... Я больше не сдох. Ну, а Герол, пивас, и все. Ноль ударов в глаз. Часы. Давайте сейчас это даун начнется. Вот я рассказал. Куда пошли? Че он такой быстрый? Он бешеный. Он пролетает, как бешеный. А что же мы минус 50 комплекс? А, ну тут зайдем. Только шоу было, можешь себе подавить? Да, он тебе не успеет, он медленный. А, я не могу верить. Это такой чай, суп. Ну что, 20-е, Прор, там 21-е. А, да? Тебя спасли! Ты сейчас фейковую дверь долбился. А где? А где реально? Я ничего не вижу. Погнали. Евреи, вы где? Я не знаю, о! Напротив, Нет, у меня не полная, у меня половина. А скрич?
А, открыть половину снесает. С крючески он половину снесает. Не, Тимати прям капельку. Тебе 5 Тимати, тогда ты стопнешь. Вот, у кого? Ну за что? Вот, ты жив. Вот. Я мной и так живу. Назад. Подождите, дайте мне подлутать. Тут нету шкафов. Подлутать дайте. Тут нет шкафов. Вы такие евреи просто. Мы потом сдули и останемся. Все, уже 30-я комната скоро. У меня даже 200 нет. О, лут. Иди сюда. Тут конвертик. Ой, на 50 евро лежит. Да не нужны мне твои конвертики. 50 евро лежит. Если я на сике сдохну... А, Мирон, ты вообще решил не удать? Чё там, блин? Вот профиль, смотри. Насать понятно. Ну, вот так и делаешь. Вот так вот, да, можешь нахуй поднять. О, я в этот. Я в этот. Этот бред. Ты такой даун. Этот бред. Такого не бывает. Вот такое бывает. Все бывает. Вот он ведь убил. Устрели шкафы, в которые я иду. Бешеный какой-то, реально. О, у тебя светильник есть. Назар! Стой, тут раш открыл. Сейчас сик. Сик. Это сик. 29-й. Раш в темноте. Ага, раш. Раш в темноте. Ты не сказал раш в темноте. Я сказал сик в темноте, баран. Я не буду открывать. 31-е, волки. Волки? Какой я? О, спасибо за зажигалку. Стойте, а кто умеет хорошие сики проходить? Я. Все. Ну, просто в сутки на сики сдох. Назар! Как звучит имя? Как звучит Big Box с именем Назар? Назар! Мани? Сколько мани? Ноль мани, короче, там. Там одна... Слиток золота, Мирон. Слингвей. Один слиток. Я его съем. Я не с Дэном общаюсь. Чё? Как жизнь у меня? А он чё? А она чё? Всё. Назар. Сик. О, Мирон, монеты, чё не взяли? Назар. Мани. Мани под мани. Мани под мани. Играл. Это бред. Бред. Я сейчас сдохну, как меня на сити просто. Я тоже. Я уверяю. Я тоже. Я его не пойду. Нет, мани. Но мани. Мы здесь пойдем. Я тоже! Я вышел, но я два раза в косяк ударился, прикиньте! Ну два раза в косяк ударился! Я тоже! Назар! Витаминки мои! Скинь, пожалуйста, я на сики сдохну! Скинь! Скинь. Да, конечно! Скинь! Да, конечно, на сики сдохну! У меня водка только, а водку я кинул! Ну, скинь мне, вот! Нет, ну дай, пожалуйста! Дал! У тебя свои таблетки есть! Ну, пожалуйста, реально, Мирон! Это что, таблетки? Мирон, дай, пожалуйста! Да на, блин, подходи! Почему ты две таблетки? Так, а как? Одну скинуть еще теперь? Никак.
Спасибо, дорогой Платон. А зачем ты ту не скинул прошу? А? 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 То бишь я теперь виноват еще? Нет. Мани, 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 мани. Да такого не бывает. Тут шкаф есть. О, таблетки. Ты пиздец. А, у меня, кстати, один раз их тоже продали. Одни таблетки. Бро, ты куда пошел? Ты дал? Ты к фигуре сразу пошел? Ты пикбок себе в базар. Подписчик, это будет легендарно. Если мы... Сейчас мы все дружно сдохнем. Если это ко мне пойдет... Нет, стоп. Я боюсь. У меня есть бутылка водки. У меня есть бутылка водки. Мирон, мы профессионалы. Мы даже на как медленнее улиток проходили. Я лучше за кустами. Бро, ты где? Я хочу... Ты тоже две книжки нашел. Ты что? Ты где вообще? Ты куда? Ты... Ты куда где он? Я тоже. А, он куда там, пошел? Он в поилке. Я пою. Куда пошел? А-а-а! А ты город гуляешь. Я знаю, я бегу сюда, я бегу сюда, я бегу сюда. О, он просто встал, просто... А где он? Я не знаю. Он куда-то пошел. Уже пять! Это же... Бери бумажку. А, ты взял? Я взял. Где он как книжек нашел? Она сюда подошла. Чего? Это было очень близко. Она через стену. Бро, я тебя не вижу, я не понимаю, где ты. Ну как? Когда он успел? А ты левый корпус смотрел? Только правый. Фигура. Прием, прием. Ладно, нам лучше в левый корпус идти. Все, подожди. Ты реально все нашел? Помогите, посмотрите, где фигура. Посмотрите. Он, короче, все книжки. Посмотрите, нашел. Где фигура. Кто я найду? Потом он все книжки все нашел. Карл. Надо! Он все книжки нашел. Ты просто под, ты легендарный. Ты мое спасение. Ума. Ты мое золото. Ты мое золото. Красавица. Нет, он... Зато на одну книжку надыбал, я ноль, просто все. Она сюда идет, она сюда, она нюхает, она нюхает. Нормально, давай. Она нюхает, говно. 9-6, давай. Я не взял листочек. 9-6. Давайте поцелуем, я хочу. 7 9 9. Мы сохранили бутылку водки. Мы сохранили бутылку водки. Да не... А, он отмычки не дал. А вот это уже плаки-плаки. Вот ты понимаешь, плаки-плаки, но отмычек нет. А как мы фигуру пройдем? Вы понимаете, что у меня есть бутылка водки, и мы ее сохранили? Мы не пройдем фигуру, и витаминки. Отмычки нет. Подожди, а там же может больничку выпасть, да? Да. Пройдемся тогда. А ключ купил кто-то? Я купил. Надеюсь, повезет. Надеюсь, она больше не будет без какого-то хальта. Не 7, а 8, Прох. Никто так фигуру быстро не покупает. Только ты. Вот... Все брата побежали. Я тут. Это мем с этими гусями. А, да, я знаю. Гуси скакают из гус вперед. Потом... Потом возвращается один гус один. Да. Ну, фига ты на тренинг, блин. Ты все время не играл. Псик! Ты просто... Гибри. Значит, главное, скричек не сдохнуть, будет очень печально. У меня хватит. И от Тимати это будет вообще просто так обидно. От Тимати невозможно, мне кажется, на страшно. Мне кажется, есть достижение от Тимати. Вообще, почему это имбово? Вроде, да? Ну смотри, ты можешь положить ее в портал на сотой двери, и у тебя в следующий раз она будет бесконечна. Я это знал, я ему рассказал. Ну... Как случай бигбокс с именем Назар? Ты можешь пожечь, и она полностью у тебя
Она еще монстров предсказывает. Давайте вы пойдете. Ну, да, я просто за вами. Тихо. Скорее нужно ловить. Ты гей. Как оно везет так? Он все книжки подряд нашел, потом... Это скилл. И, брат, я это выложу на канал. Тебя, мне кажется, тебя 1 000 000 лайков поставят. Есть мой канал? В Нави заберут. А, кстати, да. Со мной играет Stand of Case. А как твой канал? Ну, а, я, ну, короче, это... Криперленд играет и играет в Венеплей. Угу. И Stand of... Подождите меня. Меня подождите. И Stand of Case. Так, Майнкрафт Лэнд делаем. Как Stand of Case. Какой сотерялся, я этот ролик снимал. У него же канал Майнкрафт Лэнд называется. Я поменял. Ты чё, Прохор? Я поменял название в видео. О, боже, Прохор. Он... Мне кажется, его нужно, самый не нужно сделать. Он не знает, что мой там. Ты мой канал, брат. Ой. А не понял, где больничка? Это не будет. Отмычки, отмычки, отмычки. 15 монеток с одного сундука. Пон. Зажигалка. Нету. Я не назвал нам отмычка, походу. Амитосы. Очень печально, если отмычка сейчас не выпадет. Отмычка, 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 отмычка. Отмычка. Тогда. Или мы ее не пройдем? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Нет. А как мы будем тогда? Ну, как-то... А, нет, там и есть ключ наверху. А, ну, он, у него всегда разный спаун. Тяжелый есть спаун, и есть легкий. Я знаю только легкий спаун. Ты в больничке! Тебе в больничку что надо, походу. Что ты там забыл? Я убежал-то. Короче, если закончится зажигалка, да, не знаю? Да, я сейчас. Давайте, пожалуйста, 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 прошу. Да! Сюда! Ну ладно, на. Кто-то другой возьмите тогда. Пускай он. Так, серьезно, мне? Ну ладно. Мирон. Я сейчас сдохну от какого-нибудь Тимати. Ну я возьму эту отмычку, я возьму отмычку. Паху пальцем. Ладно, шкафов нет. Я водку выпью. Нет! Витаминки, витаминки. У меня есть. У меня тоже. У всех там блитоты есть. Погнали. Реально, почему нет? Надеюсь, я... О, а ты сможешь их четыре скорости изнуть на 90 дверя. Нет. Вроде, на вроде, а вроде на бомбфорде. Ай! Да походу баночки не видят. Это просто баночка. Может, готовы баночки. А баночка просто... Ай! А погоню ударился, а погоню. Я все баночки зажал. Я так затупил на этих. Пацаны, пацаны, у меня есть радостная новость, каналы. У меня осталась водка. Вы бараны? Давайте я возьму таблетку. Да, давай, давай, пожалуйста. Пожалуйста, лизни. Мирон, лизни. Не, не, нужно, капец. Спасибо. А мне это было. Вы тогда быстрее сейчас. Живите. Я уже почти. Все, последний. Последний заход. Давай, давай. Открой. Да, спасибо, Мирон. Я... А я не помню. Ты самый лучший канал в мире. С Прохором. Я так... Я, получается, сохраню водку? Классный. Я водку сохраню. Или нет? Я водку сохраню, прикиньте. А сохранить прям в лобби. Тихо. Я водку сохраню, может быть. Где? Он там есть? Он может прям в лобби сохранить. Ничего. Вот. Прох. Баран! Баран!
Ты слышал что-то? Сейчас еще один, я умру. Блин. Может, я тогда открою? Давай. А, не могу. А где ниже? Я не хочу открывать, у меня мало хп. Я открою так. А я не помню, где я боюсь, только мы на 90-й двери смотрим. Там занимаюсь. Ты здесь? Здесь есть какие-то звуки. Да, это. Ах, я боюсь очень. Нет, вдруг... Главное сейчас остановиться. Вдруг мы на 90 двери сдохнем. От... Где? Второй. Понос. Чувствуете? Да. Да. Что за понос? Совсем сдохнет. Водка! Там невозможно было это предугадать. Мы все уже сдыхали там, алло. Водка, вы понимаете? Это такой подлог, блин, ну господи. Ребята, вы понимаете? Вы понимаете, как эти все каналы сейчас страдают? Мы 136. 136. Я пустую. Я еще водку выпил. Просто в помойку 136 комнат. Ты понимаешь, что я водку потратил? Это такой понос просто. Он главный. Я не хочу играть в этот он понос. Все. Не угадал, никакой пустой. Стойте, давайте все попрощаемся. Давайте. Сейчас, короче, все. Попрощайся. Нет. Ты это говно, я ненавижу это. Попрощай. Он не такой, он меня жиденьком подлетел просто. Да, он специально еще... Вопрос зачем? Я еще потом... Пока. Всем пока. Это был Виниплей. А это был Сандрук. Лучше играть в ДОС. Ладно, всем пока, с вами были три канала. Какой трэш. Всем пока-пока.